Инстардинг представляет. Генри Таро. Цитаты, которые заставляют задуматься. Генри Дэвид Таро – американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт. Его называют первым в мире писателем-отшельником. Он жил в лесу без удобств 2 года, 2 месяца и 2 дня. Этот опыт лег в основу его самой известной книги «Уолден» или «Жизнь в лесу». Богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться. Богаче всего тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег. Стоимость любой вещи – это то количество жизни, которое вы согласитесь обменять на нее. На лишние деньги можно купить только лишнее, а из того, что необходимо душе, ничто за деньги не покупается. Никто еще не заблудился, следуя своему внутреннему голосу. Счастье капризно и непредсказуемо, как бабочка. Когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, но стоит отвлечься, и оно само опустится прямо в твои ладони. Единственное обязательство, которое я имею право взять на себя, это делать в любое время то, что я считаю правильным. Этот мир – всего лишь холст для нашего воображения. Общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное. Судьба человека определяется тем, что он сам о себе думает. Сведите свои дела к 2-3, а не сотням и тысячам. Вместо миллиона считайте до полдюжины и умещайте все счета на ладони. Дело не в том, на что вы смотрите, а в том, что вы видите. Закон никогда не сделает людей свободными. Это люди должны сделать закон свободным. Если вас демонстративно не замечают, значит, вами всерьез интересуются. Тот, кто не хочет иметь ничего общего с шипами, никогда не должен пытаться собирать цветы. Живи своими убеждениями, и ты сможешь перевернуть мир. Вода – единственный напиток мудрого человека. Доступ к истинной мудрости можно получить не с помощью принуждения или суровости, но лишь с помощью непосредственности и детской радости. Если хочешь что-то узнать, будь прежде всего весел. Во взаимоотношениях трагедия начинается не тогда, когда есть непонимание слов, но когда молчание непонятно. Если уверенно двигаться в направлении своей мечты и прилагать усилия к тому, чтобы жить той жизнью, о которой мечтаешь, обязательно встретишь удачу, неожиданную в обычное время. Я не знаю более воодушевляющей вещи, чем несомненная способность человека самому сознательно изменять свою жизнь в лучшую сторону. То, что вы получаете, достигнув своей цели, не так важно, как то, кем вы становитесь, достигнув своей цели. Как один шаг не проложит дорожку на земле, так и одна мысль не проложит тропу в уме. Чтобы проложить глубокий физический путь, мы идем снова и снова. Чтобы проложить глубокий ментальный путь, мы должны снова и снова обдумывать мысли, которыми мы хотим управлять в своей жизни. Я пришел в этот мир главным образом не для того, чтобы сделать его хорошим местом для жизни, а для того, чтобы жить в нем, хорошо это или плохо. Жить нужно настоящим. Бросаться на каждую волну, находить свою вечность в каждом мгновении. Дураки стоят на своем острове возможностей и смотрят в другую землю. Другой земли нет, нет другой жизни, кроме этой. У меня безмерная тяга к одиночеству, как у младенца ко сну. И если я не получу достаточно в этом году, я буду плакать весь следующий. Я никогда не встречал партнера столь общительного, как одиночество.
Уметь проводить время в одиночестве очень полезно. Даже самое лучшее общество скоро утомляет и отвлекает от серьезных дум. Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне. Пистолет дает вам тело, а не птицу. Мне кажется, что всякий, кто старается сохранить в себе духовные силы или поэтическое чувство, склонен воздерживаться от животной пищи и вообще есть поменьше. Для меня нет никакого сомнения в том, что человечество в процессе своей эволюции прекратит поедать животных, так же, как когда-то дикие племена перестали поедать друг друга, когда они вошли в контакт с более развитыми. В жизни наших городов наступил бы застой, если бы не окружающие неисхоженные леса и луга. Дикая природа нужна нам, как источник бодрости. Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил.